Парни, всем привет! Как обещал, делаю второе видео про ВД-40 и резину. Сейчас на улице где-то 25, где-то может быть 27 градусов. Короче, смотрите, вот я после того видео брызгал еще один раз и проехал где-то около 1000 километров. Ну вот, как бы вот смотрите, есть с чем сравнить. Короче, резина не изнашивается, как бы нормально вообще. И смотрите, вот как снег стал прилипать на нее. Он вообще, он прям липнет, резина прям цепляет, вообще отлично. И она такая, знаете, вот не знаю, машина гудит, не слышно будет. Вообще она прям, блин, такая цепкая стала. Красота, короче. Ну и видно, вот бока намного мягче стали. Короче, работает секрет ВДшки и резины. Сейчас обойду на ту сторону, там посмотрим, что там. Так, вот вторая сторона. Тоже, как видно, тоже все как бы нормально. Протектор не изнашивается. Отлично, короче. Короче, способ рабочий, действенный. Можно пользоваться как бы без проблем. Ну, вот задние колеса. Тоже вот такая же песня. Короче, отлично. Брызгаете прямо на морозе. Кто не смотрел первое видео, смотрите, посмотрите. Прямо на морозе брызгаете. Не как бы не обильно, а так, ну, среднее. Вот. Ну и все, и будет вам счастье. Вот я три раза, короче, брызгал. Ну ладно, все, кому там первое видео понравилось, да и второе, ставьте лайкосик, там подписончик, ну как обычно все, короче. Всем удачи, всем пока.